Введение в реверсинг с нуля с использованием IDA Pro. Часть 15. Дампинг и реконструкция ИАТ. В предыдущей части мы увидели несколько из многих методов, которые существуют для обнаружения и получения OIP в упакованном файле. Сейчас вернемся к двум пропущенным шагам под дамп восстановления ИАТ, стараясь объяснить их в этом туториале. Мы снова попадаем в OIP программу и делаем его повторный анализ. Теперь уже у нас есть все, чтобы сделать дамп. Что мы делаем? Открываем IDU, открываем наш упакованный файл, загружаем сегменты, везде нажимаем да. Теперь нам нужно перейти по адресу 401.3.0. Здесь у нас ничего нету. Мы делаем здесь перекрестную ссылку, смотрим, откуда мы пришли. Жмем здесь F2, делаем точку снова, нажимаем F9. Вот мы здесь и переходим на распакованный код. Значит, нам нужно сделать повторный анализ. Повторный анализ мы сделаем, нажимаем здесь. Точнее, вот здесь. Нажимаем реанализ программ. У нас должны эти, все эти красные штуки уйти. Багровые. Вот. Получилось. Сейчас мы будем использовать IDC скрипт, а не скрипт Python. Выглядит он вот так вот. Так, называется он у меня дампер IDC. Значит, функция static main открывается, две переменные auto файл pointer, наверное, расшифровывается так, это сюда будет считаться файл IEA, это эффективный адрес. Мы эту переменную сохраняем дескриптор, открываем через функцию fopen файл ppbin с слагами vb, это write binary. И делаем цикл for от адреса эффективного 400 тысяч до 400b 200 тысяч, прогоняем его, увеличиваем каждый раз адрес на единичку. И считываем байт из этого, точнее мы считываем, берем байт из эффективного адреса и будем записывать его через функцию fputs, дескриптор fp, это вот наш открытый файл, в общем, простой скрипт. Далее, в скрипте ведем imagebase, который сейчас равен 400 тысяч, наибольший адрес последней секции исполняем файла, который мы видели в IDA на вкладке segments, которое нужно сдампить. В этом случае секция overlay, которая является последней секцией, исполняем файл, заканчивается по адресу 400b200. Потому что у нас вот здесь тоже 400b200. Точнее, поэтому. Откуда эти адреса, да? Мы вспоминаем то, что было на прошлом уроке. Открываем наш crack.me. Здесь manual load. Здесь везде соглашаемся. Вот, идем в сегменты, вот у нас 401.3.0, и здесь вот должно быть 400b, да? А ну тогда еще раз пробуем, запускаем, нажимаем ОК, вручную, окей. Вот, теперь у нас появился оверлей, что-то там не нажалось. 408-200, да? А вот, скрипт, значит, показал. Сохраним этот скрипт под каким-нибудь именем, например, дампер IDC. У меня он уже набран и сохранен. И запускаем его через файл скрипт файл. Можно видеть, что IDA принимает скрипты как Python, так и свои родные IDC нативные, поэтому тут с этим нет проблем. Так, что мы делаем? Мы идем сюда, нажимаем скрипт, скрипт файл, убираем дампер IDC. Так, смотрим, что у нас здесь появилось. Появился ppbin. Значит, я делаю копию созданного файла, переношу его в расширение в .exe. Также выставляю
Значит, свойство папках расширения, чтобы показывали. Стема нам показывала расширение. Я здесь скопирую на всякий случай. Так, нам нужно переименовать вон в bin, я добавляю к нему exe. Видим, что у нас он не работает. Видим, что у файла нет иконки, потому что некоторые шаги пропущены. К этому уроку приложен программа PEditor. Распакуем эту программу и запустим ее. Я уже распаковал. Запускаем. Это PEditor 1.7, версия 1.7, Bioda и Mod. Авторы. Так, нам нужно сейчас выбрать файл. Наш Pepe Bin, да? Сдампленный. Мы его выбрали, теперь идем в секции. Вот здесь мы делаем правый щелчок, каждая секция выбираем пункт Dump Fixer для почистки. Нам говорят, что он делает, значит, виртуальный размер равен RAW Size. То есть RAW Size будет равен Virtual Size и RAW Offset будет равен Virtual Offset. Нажимаем Dump Fix над всеми секциями. Ну, что он делает, можно сравнить, значит, сохранив этот файл первично и потом сделал копию, применил, посмотрел разницу. Так, возвращаемся назад. Видим, что мы уже близки к победе. По крайней мере, теперь выводится иконка, хотя программа еще не запускается, потому что необходимо отремонтировать ИАТ. Проверяем. Ошибка C5. Точнее, C на конце 5. Это закрываем, нам это больше не нужно. Итак, что такое IAT? IAT или Import Address Table — таблица, находящаяся в исполняемом файле. Она используется, когда запускается программа. В ней программа сохраняет адреса импортируемых функций, которые она использует для того, чтобы программа смогла запуститься на любом компьютере. Если IAT верно, и если мы дадим исполняемый файл другому человеку, IAT будет заполнено значениями, соответствующими конкретному компьютеру, независимо от версии Windows, которую он имеет, и будет оставаться совместим и хорошо работать. IAT будет находиться в определенном месте в каждом исполняемом файле, и она будет иметь фиксированные позиции для каждой функции, чтобы заполнить их. Мы помним с предыдущей части, что я хотел объяснить различия между верхним изображением, которое принадлежит упакованному файлу, когда он был в OEP, перед дампом, и исходным файлом. Так, еще раз откроем это дело. Еще раз, мы помним с предыдущей части, что я хотел объяснить различия между верхним изображением, которое принадлежит упакованному файлу, когда он был в OEP, перед дампом, и исходным файлом. То есть между этим и этим. Оба изображения сейчас показывают адрес 403.2.3.8. Похоже, что они имеют одинаковое содержимое. Сейчас давайте откроем оригинальный файл. У нас открыт, да? Значит, мы идем по адресу. Адрес у нас 403.2.3.8. Вот. Get module handle. Здесь можно видеть файлосмещение, которое равно 10.38. Вот оно. Чтобы иметь возможность искать данные в шестеричном редакторе в исходном исполняемом файле. Давайте откроем с помощью него оригинальный файл. Открываем. У нас вот здесь вот. Файл открыть. Оригинальный файл. Видим, что содержимое памяти по смещению 10.38 равно 35.5e. Мы идем по адресу 10.38. И оно вот у нас равно 35.5e. Ну или наоборот, 5e35, да? Если прибавлю значение 35.5e к ImageBase, которое равно 400 тысяч, то получу результат 403.5.5e. Что же существует по этому адресу? Чтобы видеть, что там находится, нам нужно загрузить исходный файл с помощью опции Manual Load, для того, чтобы IDA загрузила все секции исполняемого файла. Еще раз, как мы это делаем. Нажимаем «Открыть».
Нажимаю оригинальный, перезаписать. Вот здесь галку мануал, вот окей. Image Base, сегмент кода, сегмент данных, импорта. Загрузить оверлей, yes. Загрузить заголовок, загрузить экспорт, загрузить локацию, загрузить ресурсы, обработать экспорт директории. Да, обработали. Значит, соглашается все, всеми секциями для загрузки. Когда файл загрузится, идем по адресу 403.5.5.e. Видим в правой стороне имя API-функции, оно равно get module handle a. 403.5.5.e, да? Пришли. Ага, тут ничего нету. Нам нужно вот сюда вот. Эти 403.5.5.e. 403.5.5.e, вот мы видим. Вот отсюда, да? Итак, когда система загружает файл, программа начинает работать с всеми этими блоками. Их можно видеть на видеть ниже на изображении. Значит, блоки у нас идут. Показывает нам на рвах адреса. Вот эти вот. Ну и другие функции. Значит, каждый блок складывается значение image base, то есть 400 тысяч, и ищет соответствующую функцию строки. Из этой строки рассчитывается время выполнения адрес нашего, для нашего компьютера. Как, например, в нашем случае ищется адрес API функции getModuleHandleA на нашем компьютере, изменяется значение 5e35. Какое тут еще раз смотрим. 5e35, да? На адрес API функции. Вот почему исполняем файл работы на любом компьютере, потому что он всегда будет находиться в каждой записи IAT. Имя соответствующей API функции. Рассчитывать ее адрес при загрузке программы. Значит, далее. Таким образом, всегда содержащий в нем адрес будет действительным, хотя и будет отличаться от компьютера к компьютеру. Однако адрес блока getModuleHandleA на всех компьютерах будет одинаковым, всех исполняемых файлов без рандомизации. Изменится только его содержимое. Вот почему на любом компьютере, если я сделаю вот такую инструкцию. Нет, она у нас. Вот инструкция, call, да, и адрес. Это всегда будет работать, потому что адрес 403.238 это запись IAT для функции getModuleHandleA. Что будет меняться, это содержимое, которое система будет сохранять. Изменил исходное значение 5e35, которое указано на строку, если мы сложим ее с базой. Не закрывая две других ида с упакованным файлом, который основан в OEP, и исходным файлом, третье ида открывает дамп, который мы только что сделали. Это файл наш pp.exe, да, bin.exe. Вот он. Открываем pp.bin.exe. И в этом файле идем по адресу 403.238. Поставлю здесь тоже режим ручной загрузки. Идем по адресу, значит, 403.238. Вот. Да, вот 403.238. Мы видим, что здесь смещение файла равно 3.2.3.8. Вот у нас смещение файла. И оно не соответствует исходного файла, потому что дамфиксер. Дамфиксер это этот наш P-editor, да? То, что мы там нажимали в этом. Вот здесь вот.
пункт меню, который исправил RAW Size, Virtual Size также изменил смещение, запись IAT, IP Get Module Handle A, то есть изменилась запись. Если откроем этот файл в нашем редакторе шестеричном, перейдем по адресу 3238, так, открываем заново наш файл, да, вот этот. Идем по адресу 3238. Вот мы находимся вот здесь вот. То по адресу видим вот такое значение. Видим, что здесь у нас есть адрес IP функции, не смещение, которое нужно сложить с ImageBase, чтобы получить адрес IP. Когда система запускает упакованный файл, то рассчитывается адреса IP функции, сохраняется в таблице. При дампинге эти адреса остаются также в этой таблице. Так, значит, мы здесь видим, что 77250A60, да? Если мы вот здесь вот пойдем, вот мы придем в Get Module Handle. Значит, когда система запускает упакованный файл, то рассчитывается адреса IP функции, сохраняется в таблице. При дампинге эти адреса остаются также в этой таблице. Видим еще раз 77250A60. И здесь у нас... Ой, закрою лишнее. А, 77250A60, да? Так в чем же проблема, если мы не перестроим IAT? Когда программа запускается, она ищет в записи IAT значение, чтобы сложить его с ImageBase и найти строку, чтобы рассчитать адрес. Но сейчас значение поломано, потому что при дампинге был сохранен итоговый адрес. Программа будет падать при запуске, будет не способна правильно заполнить IAT. Но мы уже запускали и видели, что она, значит, не работает. Программа не работает. Хорошо, чтобы закончить с этой темой, давайте подведем итог. Идея состоит в том, чтобы исправить IAT, восстановить все эти смещения, которые указывали на строки с именами API. Это не надо делать вручную, так как так будет очень долго. Чтобы сделать это быстрее, будем использовать утилиту под названием Scula. Так, нам предлагают Scula скачать с сайта тут for you, да? Но она тут приложена локально. Вот, ну и распакована уже. Я запускаю нашу распакованную скулу. Выбираю x86. В пункте attach to active process в совпадающем меню выбираю процесс упакованного файла, который установлен вида на OEP. Нам нужно этот пакет выбрать. Выбираем пакет. Теперь меняем в программе OEP назначение 401.3.0. Это наш OEP. Видно вот отсюда, да? Вот у нас сломалось тут. Закроем. Вот 401.3.0, да? 401.3.0, вот у нас точка входа. Теперь меняем значение в программе OEP на значение 401.3.0. Мы это сделали. И нажимаем кнопку IAT Auto Search. Поиск, автоматический поиск IAT. Вот, нам она говорит, что найдено по адресу такому-то. И такой-то размер. Право говорит нам, что таблица IAT начинается по адресу 403.184, старт, и размер равен 108. Окей. После этого давайте нажмем кнопку Get Import. Вот мы получили импорт. Видим, что Scula нашла все адреса за исключением трех вхождений. Она показывает плохие записи после нажатия кнопки Show Invalid. То есть показать нам невалидные. С другой стороны, видим, что смещение 3238 в упакованном файле принадлежало, соответственно, функции getModuleHandle. И мы знали про это.
Программа очень правильно рассчитала значение. Мы можем посмотреть в упакованном файле действительно адреса записи 403.248 в дальнейшем, что увидеть, что не собой представляет. Но это имеется в виду 403.248, вот эти невалидные. Она предлагает посмотреть со смещением 3.2.3.8. Где она тут у нас 3.2.3.8? Функция находится в библиотеке 3.2.3.8. Функция находится в библиотеке kernel 32.dll. Вот она, get model handle. Так, нам нужно поставить 403.248. Мы идем сюда вот. Вводим 403.238. Нет. Мы сейчас идем, по-моему, вот сюда вот. Тут немножко с окошками напутал. Нам нужно посмотреть, наоборот, 238 мы узнали, что такое. Нам нужно посмотреть, что такое 403.248. Вот. 403.248. Вот, мы видим, что это библиотека Command Control 32DLL. И функция вызывается у нас init control, command control и create toolbar x. Можем также здесь посмотреть 403.248, да, здесь у нас пусто. Вот, и вот здесь мы можем посмотреть 403.248, это то, что у нас сейчас в памяти висит. Вот, init command control. Далее, если я сделаю правый щелк на неправильной записи скула, на записях, выберу скула плагин pcompact, скула плагин pcompact, и нажму, она исправит те ошибки. Вот, раз у нас исчезла. Теперь запись совпадает с тем, который мы только что видели. Если мы нажмем кнопку show suspect, можем увидеть, верны ли эти два подозрительных вызова по адресу 403.258. Значит, вот 258 и 403.278. Идем сюда. Еще раз, что мы смотрим? 403.258. Вот на get, точнее, text out. И вот это вторая 403.278. Delete DC. Да, не получается правильно. Так что теперь можем нажать кнопку Fix Dump. Нажимаем кнопку Fix Dump. Скула сохраняет записи. Починим в файле. Починим, точнее, в файле pp-copy. У меня он будет немножко по-другому называться. Значит, открываем вот этот. Нажимаем открыть. Теперь видно, что он работает. Он у меня будет называться pp-bin, и он добавляет вот это вот sci.exe. Теперь видно, что он работает. Как мы проверим? Мы его запускаем. Видим, что тут все вызывается. Открылся распакованный файл вида. Видим, что теперь OEP начинает с падающей 401.3.0, и что именно похоже, и что имена похожи на API, как в исходном файле. Так что все рассчитано правильно. Открываем. Видно, у нас 401.3.0, секс называется OPX, и тут у нас есть имена. Также таблица ET выглядит так же хорошо, как у исполняемого файла. Сюда вот нажмем, нам тут jump. И вот на таблице импорта. Хорошо, мы распаковали наш первый простой упаковщик. Позже мы увидим другие, более сложные упаковщики. До встречи в 16 части.